«Сынок, не пей алкоголь! Это вредно для твоего здоровья!» Могут ли подобные слова оказать влияние на вашего ребенка, чтобы он в последующем не пил алкоголь? Оказывается, могут. Исследование проводил Центр изучения алкоголя и зависимости при Университете Браун США. За основу были взяты 500 учащихся в возрасте 20 лет. Практически все из них жили вне стен родного дома. Как показал опрос, 43% студентов меньше потребляли алкоголь в любых его видах в результате строгого взгляда родителей против потребления алкоголя. По-научному у родителей была нулевая терпимость к алкоголю. Такая картина складывалась в сравнении со студентами, родителей, которые не давали никакой информации об алкоголе своим детям. Когда же родители продвигали еще и идею умеренного потребления, или, как мы называем в России, культурного питья, студенты выпивали его на 156% больше, чем студенты с нулевым терпением их родителей. Другой университет, Йельский известный университет, изучал проблему пьянства среди первокурсников колледжа. Чем раньше пьют, тем больше проблем в будущем. Вот их вывод. Взяв за основу свыше 1000 студентов, была определена поразительная взаимосвязь между пьянством молодежи и алкоголизмом в дальнейшем. Более того, чем раньше они начинали выпивать, тем больше проблем у них возникало в школе или на работе, больше случаев потери сознания, рвоты и других проблем в старшем возрасте. Чем младше возраст начала употребления алкоголя, тем выше риск связанных с алкоголем проблем в дальнейшем, таких как пьянство и алкоголизм. Еще мудрейший Соломон сказал в Священном Писании: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Чтобы не познать эти слова на практике в вашей семье, не будьте терпимы к алкоголю. На сегодня все. Нет алкоголю.